Меня зовут Влад, мне 29 лет, живу в Ереване, снимаю репортажные свадебные фильмы. И вот мои работы. Стать учителем английского языка в школе. Закончил педагогический с красным дипломом. Но мне повезло. Вовремя забил на учебу, играл в КВН. Снимал видео для вуза. И потом начал работать на свадьбах. Первую свадьбу снял за 10 тысяч рублей. Половина из которых была предоплата. Однажды на свадьбе меня споила невеста. Только тсс. Вообще я не пью. Саня, нам нужны имена. В итоге много снимал в Армавире, проходил обучение, потом начал работать с агентствами в Краснодаре. Взял себе на помощь монтажера. Уже второй год живу в Армении, снимаю свадьбы творцам, предпринимателям, блогерам и IT. К каждой свадьбе отношусь как к своей. Ловлю моменты, очень много снимаю, даже для 10-минутного фильма. Не заставляю глупо позировать. Разряжаю обстановку, шучу шутки. Одна здесь? Хочу мохито. Это прям супер топ. Насколько это детально, вот эти все лайфы, насколько в этом есть смысл. В перерывах от монтажа и съемок бегаю, зависаю в приставку, готовлю дома, читаю каждый день по 25 минут, путешествую, вкусно кушаю. Как-то после одной из съемок неудачно упал с самоката, но уже все зажило. География моих пар – Чехия, Армения, Германия, Россия, Америка. Чаще всего работаю через агентство. В основном мои пары русскоговорящие, но есть опыт работы на армяно-американской свадьбе. Bruce told me the honey was going on the lavash. Ah, no. She didn't tell me that she's gonna put a spoon in my mouth. I don't eat honey like that. No one does. But yeah, that was awesome. Это мы с братом, мои друзья, это мои кошки, их 4. Вот я похудел на 30 килограмм, а вот гуляю по Еревану, Тбилиси, Стамбулу. Это моя небольшая история. История парня из Армавира, который даже не мог представить, что будет заниматься творчеством, снимать классные свадьбы и знакомиться с новыми людьми. Спасибо за просмотр и будем на связи.